Следующая информация будет интересна для тех, кто получает льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг или только собирается их оформить. В соответствии с постановлением руководителя краевой администрации, компенсация в части оплаты за коммунальные услуги рассчитывается, исходя из нормативов их потребления и действующих тарифов. Согласно приказу Департамента цен и тарифов для расчета компенсации, федеральным и краевым льготникам с января 2014 года будут применяться новые нормативы потребления по холодному и горячему водоснабжению. С 1 января 2014 года у нас уменьшились нормативы, установленной региональной энергетической комиссией по холодному и горячему водоснабжению. Вот, они уменьшились у нас, и в связи с этим наши льготники в январе, уже в феврале месяце, получили компенсацию немного в уменьшенном размере. Сейчас люди обращаются, спрашивают, мы им поясняем, что это только связано с уменьшением нормативов на воду. Вот, поэтому тоже просим обращаться в управление соцзащиты к нам сюда за дополнительными разъяснениями. Для того, чтобы уменьшить расходы на оплату коммуналки, можно оформить субсидии. Какие документы надо предоставить, подскажут в управлении соцзащиты. Оформление не займет много времени, а вот деньги в кошельке при оплате ЖКУ существенно сэкономит. Помощь от государства могут получить и многодетные семьи. Продолжается выплачиваться региональный материнский капитал в размере 100 тысяч рублей на третьего и последующих детей. Кроме этого, можно получить ежегодную дополнительную выплату, сумма которой составляет 3900 рублей. Мы в этом году продолжаем реализацию выплаты ежемесячной денежной выплаты, дополнительной выплаты, которая установлена губернатором нашим Краснодарского края Александром Николаевичем Ткачевым. По его распоряжению выплачивается ежемесячная денежная выплата в сумме 7024 рубля на детей, рожденных после 1 января 2013 года. Это третий и последующий ребенок. Конечно, для тех семей, кто у нас малоимущие многодетные, имеют доходы ниже величины прожиточного минимума. По вопросам получения льгот и субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, оформление дополнительных выплат можно обратиться в Управление социальной защиты населения по адресу город Славянск на Кубани, улица Ленина, 14. Телефон для справок 4-39-80.